Сидим, сидим. Можно было, конечно, за карту как-то залезть, но... Ой. Но это все... Ой, это против правил. И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмит Розы. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Мимикри. Я сегодня у нас очередное видео по пряткам в Мимикри. Я как раз-таки... Обновление не выходит масштабных. Мы забавимся, выкручиваемся как только можем. Давайте же будем стартовать. Это шестая у нас серия прятки в Мимикрия. Завтра будет еще одно видео по Мимикрия, поэтому не упустите свой шанс. Пишите свои какие-то приколюшки, интересности в комментарии. И самые топовые идеи, возможно, уже завтра мы снимем, значит, видосики. Так, ну что же, народ потихоньку собирается. Я хочу тем временем прочитать правила. Напишите плюсик, кто меня слышит. Пока что на старт еще не жмякаем, потому что многие еще до сих пор не знают правила, нарушают их. Поэтому я бы хотел еще раз повториться. Чатик, 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 плюсики. Слышно. Все, хорошо. Значит так, будем играть на карте полярной станции и школы. Когда начнется игра, никто никуда не уходит из комнаты до тех пор, пока не будет обнаружен монстр. После этого только монстр выходит, идет в пультовую или директорскую, начинает считать через микрофон до 60, в это время все прячутся. После того, как монстр посчитал до 60, он выходит на охоту. Выжившим понадобится подбирать оружие, энергетики и аптечки нельзя. Перепрятываться можно, но только на свой страх и риск. И закрывать двери тоже можно. Желательно передвигаться на корточках, чтобы монстр не видел значок выжившего. Выполнять задание и устраивать саботаж нельзя. Что же, мы стартуем. 10 минут на поиски у нас есть. Такие вот правила. Такие вот правила наших пряток. Я засекаю сейчас время. Где-то мой таймер потерялся где-то. Так, чистай, убираем это все. Ну что же, мы заспавнились. Пока что ждем того момента, когда у нас будет найден монстр, обнаружен. Никакие предметы подбирать нельзя, стрелять в монстра нельзя. И за монстра там тоже подбирать оружие, это все нельзя. Так, ну что, кто у нас сегодня ищет? Ищет. 10 минут на все про все у нас имеется на полярной станции. На школе мы будем искать 15 минут. Мы немного правила поменяли в этой серии. Так, ну и кто же у нас монстр? Опа, кто? Так, опа, это у нас кто? Обратно превратись. Обратно, раз, два, три. Это у нас Белла. Белла, значит, идет в пультовую и считает до 60. И мы в это время прячемся. Так, ждем-с. О, все. Я волк-одиночка. У нас началось, значит, отсчет. Не знаю, где мне прятаться, честно говоря, я хз. Вот я реально хз, я хз, я хз. Опа, я успел, есть. Лаборатория. Я не знаю, где мне ныкаться, я просто в шоке. Я пока что, я хз, я хз, я хз. Вентиляции, это все не то. Это все не то, не то, не то. 26. Спальня? Может, в спальне где-то заныкаемся? Пультовая близко. 32, 33, 34. Тут тоже очень близко. Не то, не то, не то. Генератор. О-о-о! Сейчас закончатся генераторы. 4, 45, 46, 47. Я не знаю, где мне ныкаться. Сейчас в первую же попавшуюся комнату я заныкаюсь. О, блин, куда мне ныкаться? Не знаю, куда-то за ящики я иду. Значит, у нас уже время, опа, пошло, я не успел засечь. Я здесь, блин, опять эта нычка дурацкая, меня сейчас найдут сразу же. Я в тупике. Да уж, это плохо. Это плохо, это плохо. Надо будет уходить, если чё. Я сижу пока что в нычке. Сижу пока что в нычке. Не знаю, какие еще есть нычки интересные. Но пока что так заныкался. Конечно, тут тупик, поэтому надо будет как-то переныкаться, я думаю. Ай-яй-яй-яй-яй, что-то как-то не очень. Что-то как-то не очень. Вот тупик я не хочу. Я хочу какое-то другое место. Но куда? Вопрос. Может, лабораторию? Склад. Я иду в лабораторию, я не знаю. Ребятки! О, нет тут никого, я здесь буду. Я буду здесь пока что. О, привет, тен-юзер. Тен-юзер здесь сидит. Я просто не хочу в тупике. Мне очень страшно, потому что если монстр зайдет, то это хана будет мне. Понимаете, да?
Сидим, ждем. Так, кто-то мне заявочку. Принимаю заявочки, все дела. Ссылочка на донатик тоже есть в описании, кому интересно. Кто желает поддержать меня донатиком, буду всегда очень-очень благодарен. Вот, у кого есть желание, возможность. Стенд-юзер просто обожает куда-то бегать, переныкиваться. У меня же тактика партизанчика. Сижу, жду момента, когда будет монстр, тогда уже убегаю. Капец. Стенд-юзер отвлек, отвлек монстра. Ура, ура, ура. Так, возможно, мне надо переныкаться куда-то туда, где монстр уже был. Может, в пультовую. Хотя в пультовой он там часто ходит. Это что происходит? Жесть какая-то. Уходи. Интересно, он меня заметил или нет? Капец. У нас уже прошло 1 минута 40, ну 50. О, 50. О, беги, 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 Дмитроза, беги. Беги, сверкая пятками, беги. Беги, сверкая пятками, дружище. Капец, за мной уже выезжают, уже гонятся. Где мне заныкаться? Тут есть... Тут есть у нас, значит, дверь. Быстрее. О, я не успел! А, лошара я, конечно! Тен-юзер здесь. Тен-юзер здесь сидит где-то. А дальше необычный дед тоже где-то тут в этих серверной, походу. Даже вот серверная тоже прикольное местечко, но тут, видите, монстр уже нападает. Уже нападает, что там насчет коллектора. Коллектор, он прокачан довольно хорошо. Закрывает дверь, закрыл. Да уж, это, конечно, печально было. Меня, походу, даже первого завалили. Опа, тен-юзер. Тен-юзера вообще как будто не... А, вот, ударили, наконец-то, ты посмотри. Вот он бежит. Вот он бежит, вот он здесь. Сидят все втроем. Да уж, да уж, да уж, да уж. 3 минуты у нас прошло, считайте. Брэд, 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 Брэд. Коллектор здесь бегает. Мисс Вэй, все бегают. Ты посмотри на них. Вот Белла гонится за тендюзерами или за кем-то. Я как-то затупил. Немножечко. Сейчас они закроют. И вот ты посмотри, как они уворачиваются. Жесть. Закрыли монстра, походу. Точно. Вот это да. Это классно. Они, конечно, замутили. Это приколдесно. Стоит монстр, не знает, что делать. Сейчас, походу, монстр там задохнется. Или заморозится, или что там с ним будет. Ну-ка. А ну-ка, хотя бы чуть хп ему отнимут или нет. Мне интересно. Да, реально отнимают хп монстру. Смотри, Белла, 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 бедненькая Белла. Уже у нее поменьше хп. Заморозили, немного подморозили. Закрылись они там. Непонятненько. Вот тен-юзер бегает. Еле-еле еще жив, бедный, несчастный. Все, тен-юзера тоже завалили. Продержался чуть больше, чем я. 4 минуты. На 4 минуты больше. Так, то на 6 минуте его завалили. Коллектор тоже у него на исходе жизнь. Мисс Вэй тут. Вот так вот я пытался закрыть, но я там еще притормозил. Надо было бежать, не тормозить. Ну, притормозил я, конечно, немного. Мисс Вэй, мисс Вэй, мисс Вэй бегает. Бегает, молодец. Хилится. Опа, а хилку можно разве аптечку? Это я не знаю, можно ли. Он подхилился. Напишите в комментах, считаете ли вы это нарушением правил или же нет. Или же нет. Но я лично считаю, что это немного он нарушил правила, потому что ну хилиться же нельзя, ускоряться. Вот эти вот все предметы подбирать нельзя, поэтому не знаю, правильно ли он сделал этот мисс Вэй. Обязательно надо это уточнить в следующем раунде. Необычный дед бегает здесь, конечно, весь такой. Коллектор, мисс Вэй тут возле меня пляшет. Так, бац, бац, бац. Тут тупик сейчас, походу, тоже завалили. Капец, валят, конечно, всех. Это да. Коллектор здесь сидит. Мисс Вэй тоже что-то ходит, бродит. Опа, один остался. Завалили только что коллектора. Мисс Вэй остался, и то он хилил себя. Он огнемет даже взял. Жестяра. И что же он сейчас делает? Подбирать же вещи-то нельзя. Нарушитель, нарушитель. Действительно нарушитель. Это жесть. Просто жестяра. Мне кажется, в этом раунде выиграл монстр, потому что Мисс Вэй вот нарушал правила. Он и подхилился, и огнемет подобрал. Поэтому дисквалифицирован. Что я могу сказать? Дисквалифицируем за нарушение правил. У нас в этом раунде победил монстр. Хотя еще время тикает. Вот видите, хилится.
А этого делать нельзя в прятках. Это у нас против правил. Сейчас бы все хилились так же, как и Мисс Вэй, и в прошлых раундах бы выигрывали. Я бы, если бы меня ранили, я бы сразу же пошел подхилился, но это против правил. Поэтому 5, 4, 3, 2, 1. И это все. 9 минут прошло, монстр победил. Ну что же, вот такой вот у нас получился первый раунд. Мисс Вэй нарушил правила, поэтому победа у нас достается Белли. Это у нас был монстр. Монстр в первом раунде победил. Так, ну что же, пока что народ собирается. Мы играем на карте школа. На карте школа у нас будет этот раунд уже длиться 15 минут, так как в Дискорде там соглашали время, и многие были за то, чтобы этот раунд уже был на 15 минут. Пока что что-то народа не густо. Не знаю, как там будет дальше. За это время вы можете влепить лайкусик, написать комментарий какой-то интересный. Ну, а мы ждем. Мы ждем потихоньку еще парочку людей. Я еще раз повторю правила для тех, кто не понял, не знает. И мы будем, в принципе, стартовать. Жмякаем старт. 5, 4, 3, 2, 1. А если вы тоже хотите поучаствовать в прятках, напоминаю, что ссылочка на Discord-сервер, где мы общаемся, куда я скидываю код команды, есть в описании под видеороликом. Так, ну что же, вот мы заспавнились. Вот мы все здесь, никто никуда не уходит. Все мы пока что здесь. Аптечку кто-то подобрал, выкинул. Кто же у нас в этот раз монстр, а? А ну-ка, монстр, отзовись. Пока что еще непонятно, правда, кто он. Сейчас нам игра покажет. Значит, рандомайзер выберет какого-то монстра. И кто же это? В этот раз кто же это? Опа, это у нас перчик, по-моему, да? А ну-ка, обратно. Обратно, да, это перчик 1545. О, я не могу сейчас говорить. А, не можешь говорить? Тогда давайте я посчитаю. Ладно, тогда сейчас мы будем засекать время. Перчик что-то не идет. Странно очень. Ладно. Значит так, на старт. Внимание, марш. Все, пошло время, мы ныкаемся. Я не могу говорить. Ну так не говори. Или ты не можешь ходить, или что, я не понимаю. Что-то очень-очень странное. Так, туры-туры-тум. Парам-парам. Или он ходить не может, непонятно. Очень непонятно, очень странно. Так, где бы мне заныкаться в этот раз? В этот раз я бы где-то заныкался в очень интересном местечке. Но, правда, какое это место будет? Вот это для меня пока что еще загадочка. Может, на дерево пойдем? Слушайте, мы давненько на дереве не ныкались. Можно на дерево попытаться залезть. Можно пока что не залезать на дерево. Я не знаю, ну-ка. Жикс. О, я на дереве. Я хочу на дереве в этот раз быть. Как в старые добрые времена. Ну, какие еще нычки брать? Я хз, я не знаю. Будем смотреть. Если монстр будет подниматься, идти на дерево, то... О, Дмитрозиха со мной. О, упала, бедная Дмитрозиха. Ну что же. Я сейчас напишу, что время пошло. Оп. Отправить в чатик. У нас уже 8 секунд времени идет. Дмитрозиха со мной. Еще и Мисс Фэй как-то тут. Или кто это? Нет, это не Мисс Фэй. Это Белла. Скидывает тут. Я на дереве сижу. Никого не трогаю. Они ко мне все лезут. Капец. Вот это сейчас будет месилово. Я так себе представляю. Так, время пошло. Не знаю, перчик ходит, не ходит. Что-то как-то непонятно. Он говорит, что не может говорить. Пишет в чат. Так, время пошло. Время пошло. Прятки нам... О, нет. Ну что вы делаете? Ребятки, это как называется? Меня скинули с моей женычки. У нас какой-то прям... Какой-то дежавю. Ну, капец. Я в шоке, конечно. Я с этого в шоке. Потому что это была моя нычка. У меня ее украли. Саботаж включили. Это как вообще понимать? Включили саботаж. Чего? Так. Фух, мне дали еще плюс 200 опыта. Давайте будем здесь ныкаться. Почему бы и нет? Пока что. Кто там у нас? Кто-то вышел. Это Дмитрозиха или кто? Дмитрозиха, привет. Ты здесь со мной будешь. Ныкайся. Ныкаемся здесь. Смотря с какой стороны пойдет монстр. Если он пойдет оттуда, то я сюда ныкаюсь. Если же оттуда, я сюда ныкаюсь. Сидим. Можно было, конечно, за карту как-то залезть, но... Ой. Но это все, ой, это против правил, беги. За кем он бежит, непонятно. За мной, нет, только не это, я Дмитрозиху зато спасу. Хоть кого-то я спасу. Еще один удар, и меня нет. Ну все, это капец. Я продержался 4 минуты, это даже не половина из того времени, которое у нас есть.
Ну и раунды, конечно, но меня ловят. Надо, значит, прокачиваться. Надо больше прокачку на жизнь, на хп тратить, на скорость. Белла на дереве. На моей нычке. И не стыдно же. Коллектор тоже где-то на дереве, но на другом. На другом дереве возле этих вот метеоритов. Необычный дед вот за ступеньками запрятался. Перчик ищет. А где Дмитрозиха? Дмитрозиха здесь. Но это самую малость. Смотри, Дмитрозиха куда-то идет. Давайте за Дмитрозихой будем следить. Опа, коллектора не видит разве? Он не увидел коллектора. Как это может быть? Как так? И Беллу не увидел. Да ты что? Мои нычки. Мое дерево бедное, несчастное. Да что ж ты будешь делать? Или как это понимать? А ну-ка, необычный дед, ты где? Необычный дед где-то под лестницей. Или его завалили, я не понимаю. Ну-ка, посмотрим. Ну-ка, посмотрим. Нет, жив, здоров, нормально все. Вот он здесь заныкан. Ну и ну. О, вот у нас начинаются уже какие-то интересные делишки. Гонится за... О, Дмитрозиха, зачем ты вылезла? Надо было не вылезать. Надо было сидеть. Он тебя не заметил, не увидел. Так, о, все. Или нет, Дмитрозиха жива? Или уже все? Где она? Перчик. Убили! Нет, Митрозика! Митрозика, мы с тобой сегодня братья по несчастью. Или как еще это сказать? Там он не увидел этого деда. Вот это нычка, конечно. Вы это видите? Немного посмотрел, сразу ушел. Нычка его. Так, вот бежит за Тенгюзером. Значит, время 10 минут. Еще 5 у нас минуточек остается. Ну и ну, победителей здесь будет очень много в этом раунде. Только посмотрите. Вы только поглядите на это все. Юзер бежит как бешеный. Как бешеный, просто как бешеный бежит. Походу на максимум прокачки, реально. Походу реально он максимально прокачан. Так, где монстр? Вот он бежит, бугайчик. Бугайчик, бугаина бежит сюда. Куда-то убежал. Смотри, смотри, дурит его в проходах. Так, 10 минут сейчас пройдет у нас, но у нас новое правило, это 15 минут. Ten user здесь, в проходах. Короче, монстр забил уже на него, наверное, болт. Пошел искать дальше. Как он не замечает тех, которые на дереве? Это жесть какая-то полнейшая. Тупо не замечает, тупо не замечает, тупо не видит. Даже наверх к этим антеннам не поднимался ни разу. Ну-ка, поднимется ли? О, поднимается. И что же? И что же? Заметит ли кого-то на дереве? Опа! Увидел, походу, но... Или не увидел? Жесть, не увидел! Как это так может быть? Вот это да! Вообще никого не видит, просто куда-то бежит, пытается найти, но ничего не получается. 11 минут, еще остается 4 минуты у нас. Мне повезло. Необычный дед выиграет, это я точно знаю, потому что под лестницей сидит как партизан. А монстр уже там парочку раз смотрел. Белла, мне кажется, выживет. Тенюзера, возможно, сейчас поймают. Интересный. Ну-ка, Тенюзера найдет. Опа! Тенюзера нашел и завалил даже. Остается буквально 1,5 минуты. 1,5 минутки остается. У нас жива Белла, коллектор и необычный дед. Мне кажется, они победят в этом раунде, потому что реально время уже очень мало. На исходе 1 минута. Ну, почти 1 минута остается. За 1 минуту поймать выжившего это сложно. А он еще даже не знает, где они заныканы, даже не знает, куда идти, что делать. Так, ну что же. У нас сейчас выйдет время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну что же. Я поздравляю Беллу. Я поздравляю коллектора. Я поздравляю необычного деда. На этом мы уже будем завершать. Вот такой вот у нас сегодня был выпуск в прятках, который для меня был невезучий, для других же игроков довольно-таки хорошенький. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ссылочка на плейлист Мимикрия, на игру, на скачивание игры, на Discord сервер, где мы как раз-таки решаем, что мы будем играть в видеороликах и когда. И код команды я тоже туда скидываю. Все есть в Дискорде. Ссылочка на донатик есть в описании. Кому интересно, у кого есть желание, возможность поддержать меня денежкой, буду всегда благодарен. На этом все. Пишите свои мнения в комментариях. А какие-то, возможно, челленджи, идеи для следующих видеороликов, пишите самые залайканные, возможно, уже будут завтра видеоролики. На этом все. Всем удачи, всем пока-пока.